В ближайшее воскресенье на Пасху в городском округе Люберцы появится бесплатный маршрут до Новолюберецкого кладбища. Автобус будет курсировать с 8 утра до 4 часов вечера. Для православных Пасха – самый главный праздник в году. Многие верующие в этот день отправляются на кладбище помолиться об усопших, чтобы пасхальная радость передалась и им. В ближайшее воскресенье до Новолюберецкого кладбища жители смогут добраться бесплатно на 41-м автобусе. Также дополнительные рейсы будут организованы 15, 22 и 23 апреля. В эти дни стоимость будет осуществляться согласно тарифу с предоставлением льгот по социальным картам. Маршрут будет курсировать с 8 утра от станции Люберцы и от Новолюберецкого кладбища до 16:00.